Направляемся в Сочинский национальный парк Хмелевские озера. Они находятся примерно в 12 километрах от поселка Красная Поляна. Недалеко от водопада находится нарзановый источник. Вода вкусная, но там труба попахивает металлом. А если по тропе подниматься выше, то на высоте 1822 метра есть смотровая площадка, откуда открывается прекрасный вид на олимпийские объекты, а также на горные хребты. Это озеро расположено на высоте 1705 метров. Такое ощущение, что его можно перейти в резиновых сапожках, а нет, здесь глубина почти 3 метра, прямо у самого берега, а дальше я не знаю. Дачка достаточно знаменитого товарища. Thank you.
удивительно красивый осенний лес. Листья желтые, красные, всех оттенков падают на землю и создают, посмотрите, какой удивительной красоты ковер. В основном здесь лиственный лес, это бук, а граб очень напоминает карпатский лес. За этими горами находится Абхазия. Он здесь внизу пограничный пункт, но я в начале ролика надпись не зря написано, что Кавказ с обратной стороны. Эти горы мы видели, когда ездили на альпийские луга в Абхазии. Там есть серия, если кто желает, может посмотреть. И можно сравнить, какие горы красивее, с той стороны или с этой. До свидания, всего доброго, до новых встреч!